Небольшое вступление перед стартом. Я публикую легкие стратегии крафта на YouTube Shorts. Также на сайте есть доп. По ним. Так, теперь к делу. Полностью работает крафт Т17 карт. В блокнот я добавил все моды этих карт. Но добавлял я до обновления игры, вот сегодня там 3.24.1, которая вышла, поэтому что-то, возможно, будет лишним. Также добавил Chaincraft Harvest. Первым делом выполняем калибровку, как показано на видео. Устанавливаем область крафта. Вот кнопочка крафта, тоже калибруем ее. В Craft Logic убираем Harvest. Для старта я добавил мод Elemental Weakness on Hit. Кладем последнее кольцо из области, выбираем Craft Reforge, запускаем. Хоткейм для чейнкрафта включаем. Так, ну все, кольца готовы, это было для теста, не для продажи, просто чтобы показать. Теперь рерол денежным карточек. Все то же самое, выбираем область крафта. Такая же калибровка нужна. Так, в списочек я добавил карточки от 5 хаосов. Точно так же, как и в предыдущем пункте. Кладем последнюю карточку из области, выбираем крафт и нажимаем хоткей для старта чейнкрафта. Вот тут небольшой спойлер будет. Выпадет карточка на Thread of Hope. Эта карточка, насколько мне известно, относится к полу карт, которые падают только с боссов. В этой лиге не могут упасть со стороны боксов или стакдеков. Вот, а в Харвесте может. Так, теперь о роли эссенций, каталистов, Blight Muscle или Delirium Orbов, Fossils. Добавляем то, что вам нужно. Обязательно Magic Item Mods, с весом в единичку. Тут для теста я взял 600 Fossils, 150 тысяч Life Force. Так по 10, потому что некоторых хостелей это максимальный размер стака. Если взять по 20, я не знаю, что будет, как будет работать. Вот следующий хостель добавил в пул, то что подороже поискал. Тут у нас скорость x4 я поставил, но все это рулось так 4-5 минут, а тут скорость x4 через минуту будут уже результаты. Пока просто демонстрация. Так, по результатам. Потратил 7,5 диванов на фоссили, ну 600 этих штук.
Потом по 80, 85 штук за диван скупал их. Life Force скупал по 8000, ну или по 8500 за диван. Все эти эссенции продались за 33 дивана. Ну, еще несколько фосилей осталось, которые вот в стак не зашли. Так что 13 диванов, да, за 5 минут. Клибетные заголовки, 120 диванов в час, не выходя из хайдаута. В общем, все такое. Ну, по каталистам, эссенциям, дилирам арбам или там ойлам, я не читал профит, но не смотрел, не тестировал это. Проверите сами. Так что все. Это конец. Ставим лайки, там подписываемся, переходим в Дискорд, залетаем. И всем подкрученные овераги.